Одесская епархия Украинской Православной Церкви передала медучреждениям 3500 экспресс-тестов на коронавирус. Также епархия организовывает проживание медперсонала в монастырских корпусах и бесплатные обеды для медиков. В условиях карантина все богослужения в храмах решили проводить в онлайн-формате. Я хочу напомнить всем, что на время карантина в храмах Одесской епархии богослужения проводятся в закрытом режиме. Конечно, мы не можем отказать приходящим в их личных нуждах, потребностях духовных. Каждый приходящий в храм индивидуально участвует в таинстве исповеди, причащения святых христовых таинств. Также будет проходить и дни и Страстной Седмицы, и Святой Пасхи. Чтобы предотвратить наплыв верующих в церквях, епархия планирует организовать дежурство священнослужителей. Они будут освещать пасхальные корзины прямо в густонаселенных районах, которые расположены вдали от храмов.